Несмотря на то, что этот модный сезон называется весенне-летним, оба времени года сильно отличаются друг от друга. У каждого своя атмосфера, температура воздуха, для каждого из них свои наряды и бьюти-тренды. Начинается все, как обычно, с гигиенических мероприятий. Те, кто уже оценил лазерную эпиляцию, знают про специфику этого метода. Летом мы не только, очень популярна процедура лазерной эпиляции. Эффект с первого сеанса. Нет вросших волос после этой процедуры. Нет раздражения. И не нужно ждать, пока вырастут волосы, от процедуры до процедуры. Далее по плану маникюр и педикюр, которые также задают настроение сезону отпусков и длительных загородных прогулок. Из нейл-дизайна сейчас входят росписи и различные мотивы, а на смену им приходит графика и минимализм. Главный цвет этого лета – оттенок креветки. А также розовый, желтый, лиловый, синий – все эти оттенки сейчас в моде. Пожалуй, самое сложное в ряду летних бьюти-трендов – тема модного окрашивания волос. Не каждый даже знает, что такое арт-колористика, и уж тем более совсем немногие мастера умеют в этих техниках работать. Много цветов от пастели до ярких, лиловые, персиковые, розовые оттенки, подоттенки. И сейчас это на данный момент самое актуальное. С помощью определенных топ-техник мы можем добиться совершенно иного результата. Там, например, где-то, где чуть меньше волос, там можно поработать техники рассветления, каких-то блоков, да, чтобы визуально нам прибавить объемность. Либо какими-то размытыми прядями, например, в блондинку немного добавить розова, либо персика и обыграть уже какую-то форму, текстуру, то есть сделать именно такое творческое арт-окрашивание. На это будет смотреться не креатив, это будет не кричаще, это все будет смотреться сдержанно, благородно и модно. В моде естественность. В моде сейчас направление идет на темные блондины уже. Раньше было все выбеленное, да, там, да, искусственное. То сейчас все в моде естественность, плавные переходы, более светлые акценты лица и более интересные пастельные карамельные оттенки, розовые, бежевые. Очень модно высветление к лицу. Такие окрашивания, как baby face, допустим, какие-то белые пряди у лица, плавно уходящие в темные. И наоборот, концы там светлее. Выполнение летнего макияжа часто сводится к легкому тону и блеску для губ. А чтобы взгляд был выразительным без лишней косметики, необходима биоукладка бровей и ресниц. Что такое ламинирование бровей и ресниц? Это обработка специальным составом, который утолщает волоски и задает им нужное направление, фиксирует их надолго. После ламинирования даже самая тонкая бровь превратится в соболиную. Ну и, наконец, когда мастера сделали все самое актуальное и стильное, остается правильно это поддерживать за пределами салона. Есть много разнообразных стайлингов, которые поддерживают укладку. Если нет возможности помыть голову, можно нанести сухой шампунь, который заберет влагу, уберет жирность с кожи головы и поддержит некоторое время укладку в хорошем состоянии. Укладки можно делать самим дома. У кого волосы вьющиеся, можно наносить средства, как пасты, пенки, гели, делать мокрый эффект. Это также все актуально на сегодняшний день. Ко всему этому стоит добавить насыщенную программу летних событий и позитивный настрой. И тогда все модные тенденции сезона будут смотреться еще более стильно и привлекательно.